Народный артист России Сергей Безруков принял участие в съемках клипа про Южный Урал. График работы известного московского актера очень насыщенный. В 5 утра звезда отечественных фильмов прилетел в Челябинск, а уже через час приступил к работе. Съемочная площадка была организована на высоком скалистом берегу озера Тургаяк. Видеоряд снимался для клипа на песню Олега Митяева «Печали каменного пояса». Сергею Безрукову доверили спеть самые важные строки песни о Южном Урале. Нравится, поэтому тут на самом деле и Южный Урал, и Олегова песня мне нравится, поэтому здесь там все совпало. А земля хорошая, земля на самом деле рождает хорошие такие мощные таланты, причем они такие из земли идут. Сережа на таком уровне со слезой. Очень здорово спел. «Печали каменного пояса» рассказывают об истории пугачевского бунта, зародившегося на Южном Урале. Клип с участием Сергея Безрукова и Олега Митяева челябинцы смогут увидеть в День города.